она коснется в первую очередь всех сельхозпроизводителей, это всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются сельхозпродукцией, всех крестьянско-фермерские хозяйства, все садово-огородные товарищества, то есть всех владельцев участков садово-огородных, а также владельцев, которые ведут личное подсобное хозяйство, то есть наши с вами дворы. Будет переписываться земля, то есть сколько у нас гектаров земли, какая она засаженная, брошенная там под угодьями или не используется, сколько у нас поголовья, скота, птиц, то есть все будет переписываться, какие деревья произрастают, фруктовые, там, какие кустарники, все это будет собираться в таблице, и таким образом будет выходная информация, то есть сколько все-таки у нас в России, то есть это будет переписываться вся страна, и сколько у нас всего производится продукции сельхозназначения. По данным 2014 года, Краснодарский край занял первое место по сбору зерновых культур. Ну, 15-й год еще не подводили итоги, но, наверное, мы тоже будем в лидирующих позициях. В частности, город Анапа, если брать курортные города, это Сочи, Геленджик, Анапа, то по объектам, по определению, да, объектов переписи среди сельхозпроизводителей ЛПХ, мы находимся по объемам на первом месте.